дети, которые приехали на летнюю школу «Лифт в будущее», разделились по 6 направлениям. Те дети, которые попали в направление фармакологии, на самом деле имеют гораздо более широкие интересы, начиная с сохранения здоровья, оказания медицинских услуг и получения медицинских услуг, и, соответственно, будущее развитие медицины, и, естественно, много вопросов, которые касаются фармакологии, новых лекарств, замещения импортных лекарств и так далее. Прежде всего, мы акцентируем внимание на систему развития медицины в стране, И, конечно же, в создании собственного, самостоятельного, достаточно мощного, учитывая задел Советского Союза, фармакологического компонента. То есть исходное производство лекарств, базовых, основ для лекарств и непосредственно сбыта наших лекарств, в том числе и на рынках зарубежных. Сегодня детям доступен любой тип информации – печать, телевидение, интернет. И иногда создается ощущение, что все очень просто. Такая информированность создает иллюзию, что все в ближайшем шаге доступности, и нужно только соединить разные имеющиеся информационные потоки. В этом смысле дети на второй или третий день работы школы выдвинули в направлении фармакологии много интересных идей. И задача педагогов и экспертов состояла в том, чтобы на стыке имеющихся информационных потоков и конкретного проекта подвести ребят к пониманию, какие глубокие и точные знания нужны в химии, в биологии, в физике, чтобы этот проект стал реальностью. Чтобы привить им мысль о необходимости очень глубокой и скрупулезной проработки именно физики всех процессов. Мне кажется, что для ребят это будет потрясающим опытом, потому что лето — это та пора, которую дети могут чуть больше посвящать своему хобби. По вопросам ребят я понимаю, что эта тема их очень сильно интересует. И таким образом они получают новую информацию и способны развиваться дальше. У них появляются какие-то новые вопросы, новые желания, и часть из них, возможно, будет более углубленно этим заниматься и впоследствии посвятить свою жизнь разработке и регистрации лекарственных препаратов. Они задают очень интересные вопросы, и именно поэтому это интересно не только самим ребятам, но и нам в том числе. Потому что, общаясь регулярно с экспертами, мы слышим вопросы другого формата. Вопросы от неэкспертов, вопросы от школьников, которые не очень много пока что знают из данной области, они намного более свежие и намного более неожиданные. Они заставляют задуматься о том, о чем мало из экспертов думает. Это смысл того, что мы сейчас делаем, смысл того, чем мы занимаемся. Насколько это нужно нам, нашей стране и нашим согражданам. В этой школе я разрабатываю дендримеры, которые будут уничтожать раковые клетки. Суть проекта состоит в том, что дендримеры, ветвистые структуры, будут доносить до раковых клеток лекарства, которое будет их уничтожать. Суть проекта заключается в том, что наноробот, который будет проникать в кровь человека, будет уничтожать раковые клетки. Сперва он будет диагностировать их, а потом он будет уничтожать. Мне кажется, эта разработка очень нужна людям, так как сейчас очень много людей, которые заболевают раком, и, например, не все лекарства могут попасть именно в нужную точку раковой клетки. А наноробот, он будет с помощью своих микроманипуляторов будет доставлять лекарства в определенную часть организма. Добиваться, в принципе, ответа на все поставленные вопросы, вот это и есть такая глубокая, серьезная проработка, которая в других условиях, я думаю, у детей такой возможности не появляется. И это самое главное достоинство лифта – соединить проектную работу, необходимость получения глубокой информации предметного содержания и научить детей еще не только слышать то, что эксперт говорит, а то, что стоит за тем, что он пока еще не говорит. Понимая, что исследовательский опыт у детей еще небольшой, и первые шаги в проектировании они только получают, важная часть в этом процессе – это реальные эксперты, признанные специалисты в своей области, занятые передовыми разработками и исследованиями у нас в стране. Были привлечены две категории экспертов.
Одна категория – это люди со стажем, родившиеся еще в Советском Союзе и знающие прежнюю школу науки. Они могут показать и историю развития мысли, и сопоставить две системы, которые принимались в то время и которые развиваются сейчас. Им молодые ученые. Они показывают, что, находясь в России, можно заниматься наукой, вследствие чего у детей появлялось видение того, в какую область надо вкладывать усилия, на что нужно направить свои знания и энергетический потенциал при разработке уже собственных проектов. Знаете, я очень приятно удивлен тем, что в России проводятся такие прекрасные образовательные проекты, особенно в которых участвует молодежь. Потому что, конечно, молодежь – это наше будущее в первую очередь. И многие знают, что учеными не рождаются, а учеными становятся. И когда вот такая молодежь, интересующаяся определенной тематикой, а в частности я сегодня увидел довольно-таки большое количество молодых людей, которые серьезно интересуются медициной, это крайне приятно, потому что вот видна работа людей, которая собрала воедино вот эту молодежь, которая объяснила, насколько правильно и нужно выбирать заранее профессию. Комментарии экспертов были чрезвычайно интересны детям. Это дало понимание того, что происходит в этой области в России, и того, что у нас не все так плохо, как иногда может показаться, с наукой, с разработками, с молодыми кадрами, которые якобы все утекли за рубеж. Название нашего проекта – это создание кластера на Дальнем Востоке. Сама суть кластера является очень приоритетным направлением, поскольку это замещающий отрасль продукт более выгодного некоммерческого сотрудничества нескольких взаимосвязанных предприятий. Сам проект кластера очень удачно вписывается в программу развития Дальнего Востока, рассчитанную на 2025 год, и программу развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года. К тому же это позволит развивать как и Дальний Восток, так и имеющиеся там университеты. Сам проект кластера позволит нам создать собственную промышленность, которая способна работать в постоянно меняющихся мировых условиях. На данный момент в России существует уже несколько кластеров. Как раз-таки недавно в программе нашего создания кластера мы посетили один из кластеров, который находится в Долгопрудном. Это кластер при МФТИ, находящийся в Долгопрудном. Нам очень интересно рассказали об его устройстве, показали действующие там лаборатории. Мы достаточно сильно воодушевились и решили, что попробуем структуризировать наш дальневосточный кластер примерно по такой же схеме. Педагоги и кураторы стремились к тому, чтобы ребята учились слышать друг друга. В направлении было выдвинуто 16 проектных идей. И детей учили относиться к ним ответственно. Чтобы, с одной стороны, они могли слышать друг друга, всерьез относиться к словам друг друга и работать в «до-стратегии». То есть помогать достраивать первоначальные предложения, которые вносились их сверстниками до финального окончательного решения. Ребят учили работать в команде. Что меня поразило, это большая заинтересованность учащихся. Ну, их даже трудно назвать детьми, это уже взрослые, самодостаточные люди, которые знают, что они хотят. И та заинтересованность, с которой они задавали вопросы, те глаза, которые я видел, которые смотрели, которые горели желанием что-то узнать, несмотря на солнечный день, погоду и каникулы, они, конечно, поразили. И когда общаешься с такими детьми, понимаешь, что в нашей медицине, наверное, будущее все-таки есть. Если будет возможность эту программу развивать, расширять, я думаю, что это одно из самых больших капиталов. Это дороже, чем нефть, это дороже, чем газ, это дороже, наверное, чем бриллианты. Вот эти дети, которые в дальнейшем составят, наверное, золотой фонд нашей науки,
И за счет этих детей страна, как это не пафосно будет сказано, наверное, будет приумножаться. На сегодняшний день у нас подписаны договоры с 19 регионами. Программа тиражируется, она поддержана президентом Российской Федерации, как практика, которая рекомендована для тиражирования в регионах, как практика, позволяющая очень рано вовлекать школьников в решение инновационных задач, стоящих перед Россией в целом. Это огромный успех корпорации, реализация такой программы. Это огромное удовольствие от общения и с нашими школьниками, и с нашими гостями. И это огромные перспективы и для развития самой корпорации, и для развития высокотехнологичного сектора в России, и для развития именно в рамках России тех школьников, которые сегодня от нас уезжают. Мы рады, что оказались причастны к такой программе, рады, что у нас появилось столько партнеров, и желаем удачи и ждем обратно всех тех, кто был с нами этим летом.